Вот такого милого малыша пришлось взять на поруки смотрителям сиднейского зоопарка Таронга. Это детеныш редкого вида лангуров – лангура Франсуа. Мать не смогла вскармливать его сама, и с середины марта маленькая самка круглосуточно находится в чутких руках специалистов. Лангур Франсуа находится под большой угрозой исчезновения. Считается, что в дикой природе их осталось менее 500. Мы единственный зоопарк в Австралии, где их выращивают. Поэтому действительно очень важно то, что мы взяли ее на поруки и даем ей наилучший возможный шанс. Обезьянке дали имя Нуок, что в переводе с вьетнамского означает «вода». Как только она окрепла, ее стали постепенно подсаживать в вольер к остальным членам ее мартышечьей семьи.